Вот этот стрельба там идет. Из какой такой базуки там шмаляет. Эхо такое гулкое. Это, походу, там на ферме где-то, да? Офигеть. Вот это слышимость. Нет, в натуре, с чего там шмаляет? Ты. Ночь почему-то она не дымится. Это еще что за хрень? Черт, че со связью? Не дай бог это рестарт. Я так и не обшмонаю эту вертушку. Это что за хрень? Это камень? Нет, это не камень. Что же это? Или камень? Побежали. Я не понял, это туман или пыль? Так, а может это не хеликраш, а разбитый бывший летающий вертолет? Когда-то летавший, может даже то, что я слышал. Этот вертолет никогда не летал. Он родился уже разбитым. Я помню, ничего
не заспавнилось. Зря полился. Опять бухают. Там, блин, война идет. Да охренеть. Так, надо меточку переставить куда-нибудь. Это откуда-то из Солибора, наверное. Ну, пока пойдем сюда. О, тем более я уже рядом. Внимательно. Оп. Ну что ж, как говорится, убей ближнего своего, пока он не убил тебя. Что, снайпер, что ли, засел где-то? А, пошел. Спалили, спалили вы меня. Отвалите теперь.
случилось? Вы только заспавнились. Перекусим и перепьем. Пошли. Часы. Мне интересно. Да, в принципе, то, что мне интересно, здесь и не будет. Мне сейчас интересно, ПНВ или маскалад. Валим отсюда дальше в лес. Опа! Нифига себе, кортеж. Раз, два, три. Три сала. Да, черт возьми, они не сюда поехали. А что это за мост? Ну-ка. В карту заглянем. Вот этот мост. Они свернули на Солинбор. Оружие у меня слабоватое. Не стоит даже дергаться. Завалю максимум одного. Сходим в соколиное гнездо. Что за хрень? Мотоцикл? Вертушка? Сегодня жизнь здесь кипит.
где ты? Она мимо полетела. Так, мотоцикл, да? Интересно, на ходу ли? Не приманка ли это? Классный мотоцикл. Итак, в принципе, на этом сегодня можно было бы закончить, спрятав где-нибудь вот здесь этот мотоцикл. Так дело не пойдет. Надо спускаться. Тормози, тормози, тормози. Да.
тормози, 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 чувак. Черт. Он сломал. Конкретно причем. Есть колесо. Ой, они оба повреждены. Где я примерно сейчас? Далеко от лепестка где-нибудь, да? Далеко. Значит, вот здесь где-то. Ага. Вот так, оставим меточку. А сам побегу, поищу колесо. О, черт, я полез на эту гору. Да, вы меня спалили. Ну что вы сделаете? Так, где же здесь можно найти колесо? Тут не... Походу не... Капец, ты глазастый. Причем из-за угла он меня видит лучше, чем по прямой. В церквях колес не бывает. Да, но не знаю, как на ТВ, но я в Черноруссии там бывали костюмы иногда. Кама. Черт, где вход-то? Вот там.
А, была не была, пошли бы вы все. Нифига себе, достал. На ходу. Бегу. Ой-ё. Сюрприз. Перекусим. Здесь, да, я уже смотрел, так. И перепьем. А я вас вижу. Так, там что у нас? Так. Попробуем по карте что-нибудь подходящее найти. Например, вот там подальше вот этих ангарчиков, что я видел сейчас. А, так это вот эта вот многоэтажка, что ли? Не, и колес не может быть. Или ну его нафиг, этот мотоцикл. Из-за него недолго и жизнь потерять. Не, из-за колес. Что это так? Он по дороге разгуливает. Тут недавно кто-то проезжал. Черт, у вас тут сколько. Блин, засек. Колес здесь взять негде. Автобус и рядом машинка. Так, вот теперь надо от них избавляться. В смысле от них сопровождающий.
Кто-нибудь охотится. Че? А, пугало. Показалось. Сделал. Так. У автобуса, конечно же, не все в порядке, да? Вот машина выглядит получше. Ну раз полиция, так полиция. Хоть что-то урвать и куда-нибудь спрятать. Это что еще за хрень? Что за ЕВР? Рестарт? Походу, да. Да, к сожалению, это был не рестарт, а кое-что похуже. Сервер просто выключился. Ну, будем надеяться, что завтра он появится. А если он появится с DayZ версии 1.7.5.1, будет даже поинтереснее. На этом все. До новых встреч.